нашей жизни было как можно меньше трудностей, чтобы вы могли жить легко, конечно же, реализовали все его пожелания. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Викторович. Постепенно мы приближаемся к моменту выдачи дипломов. Но перед началом этого процесса слово для поздравления предоставляется декану факультету государственного сектора Андрею Алексеевичу Маканцеву. Уважаемые друзья, поздравляю вас с завершением вашего обучения. Вы завершили еще один этап жизни. Кто-то получает свой диплом аспирантуры, кто-то получает магистра, кто-то получает бакалавра. Но все-таки этот диплом – это не только ваша заслуга, это заслуга людей, которые эти годы помогали вам в этом достигнуть. Заслуга ваших родителей, заслуга жены и мужа, и даже, наверное, детей. И я хочу также поздравить их с получением вашего диплома. Я желаю вам удачи в дальнейшем вашей профессиональной деятельности, но есть такая поговорка, которая русская, которая говорит, что идеальная жизнь – это когда утром хочется на работу, а вечером хочется на отдых.